Приветствую, друзья! Не ругайте ни себя, ни тех, которые вместо приемов каких-либо по саморегуляции или упражнений, или вообще каких-то методик, сразу кидаются пить лекарства. Не стоит их ругать. Почему? Потому что стресс – это транс, а в трансе время идет по-другому. И когда тебе плохо, например, и ты не знаешь, что тебе делать, тебе кто-то предлагает какие-то приемы, да тебе не до приемов. Какой там приемы, когда тебя так трясет, когда тебе плохо, когда на душе кошки скребут? Ну, тебе надо немедленно сейчас себе помощь оказать. И тут приемы никак, только если новые примените. Новые, которые не в диссонансе с твоим состоянием, не противоречат ему, а по времени сверхскоростные. Ну, например, ты применяешь вибрационный чулок. Это занимает несколько секунд. Когда ты делаешь несколько раз, у тебя сразу стресс снимается, состояние улучшается. Или делаешь узелки на память. Несколько секунд. Или делаешь несколько секунд разминания ушей. Короче говоря, ты делаешь прогревание, тебе нужен сейчас момент тепла, потому что тепло и положительные эмоции – это эндорфины. Ты качаешь эндорфины, это все равно, что алкоголь, только внутренний ты включаешь. Это все равно, что ты принимаешь пустырники, там корвалол, или там какие-то настойки, или еще чего-то, а здесь ты вот так качаешь без ничего. Но если тебе уж совсем плохо, возьми, сделай гомеопатический алкоголь. 15 капель на палец, под язык. 15 минут жди, думая о своем, и наступает благоденствие. Но это не повторяй. А все остальные приемы можно повторять. Короче говоря, ругать себя не надо, а надо изучать новые сверхскоростные приемы посекундные. Например, как зигзаг хаоса глазами несколько секунд, вибрационный чулок несколько секунд, несколько раз. Ну а потом выходишь на лодку в трех координатах, и это делаешь уже сколько угодно, сколько душе хочется, как приятнее. Но при всем при этом переживай, о чем переживается. И самое главное, никто тебе при этом не говорит, думай о хорошем, думай, о чем думается. Переживаешь и переживай. Но дело в том, что это приемы кибернетики. Они снимают стресс автоматически. Хочешь, не хочешь, после зигзага хаоса глазами или вибро-чулка, у тебя через несколько секунд стресс снимается. Хочешь ты или не хочешь. Даже хочешь, чтобы стресс сохранялся, все равно снимается. Это удивительно, потому что это наука, друзья. До встречи.